Об энцефалите в горячем ключе. Давайте взглянем на карту распространения энцефалита и заметим, что энцефалит начинается где-то с района Москвы, с широты Москвы. Второй вопрос. А если здесь клещ есть? Давайте взглянем на другую карту, где показано ареал распространения клеща. Правила очень просты. Сходил в лес, проверься. В этом году я даже ловил маленьких таких клещей, когда работал на огороде. Откуда они здесь появились? Может быть, принесли птицы. Я удаляю клещей очень простым способом. Начинаю их крутить вокруг собственной оси, и через 2-3 оборота они сами отстают от кожи. Если прозевать укус, то тогда потихоньку клещи наполняются кровью, и это место начинает очень сильно зудеть. Зудит оно, может быть, неделю, может быть, даже два. Становится такой вот шишак. Когда появляются клещи, тогда, когда распускается трава и листья. Апрель-март. Когда заканчиваются, уже в середине июня их невозможно встретить. Повторюсь, что клещевой энцефалит в районе горячего клеща не распространен.